Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 165. Назовите какие-нибудь две дроби, заключенные между числами 1/5 и 1/6. Чтобы такие числа назвать, нужно привести дроби 1/5 и 1/6 к новому общему знаменателю. Например, к знаменателю 300. Дополнительный множитель к дроби тогда 1/5 будет 60. И тогда получим дробь 0,63 равную дроби 1/5. И дробь 1/6. Тоже приведем ее к знаменателю 300. Дополнительный множитель будет 50. И тогда получим дробь 0,53. И тогда мы очень легко можем назвать как минимум не только две, а несколько дробей, которые заключены между числами 1/5 и 1/6. То есть больше, чем 1/5, но меньше, чем 1/6. Например, дробь 0,53. Она больше, чем 0,53. То есть, соответственно, она будет больше, чем 1/6, но меньше, чем 0,63. То есть она меньше, чем 1/5. И, например, дробь 0,57. Аналогично она заключена, эта дробь, между числами 1/5 и 1/6. Можно было привести к другому общему знаменателю, но так, чтобы можно было назвать как минимум две дроби, которые заключены между данными числами. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.